паря, паря, да, опа, ох ты ж такой, а. Подожди, подожди, на, получай, получай, получай. Дорогой друг, а перед тем, как посмотреть это видео, обязательно подпишись на мой канал. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! С вами Юра, вы на канале Вечное Детство. И сегодня мы с вами поиграем вот такую вот замечательную игру под названием Shadow Fight 2. Так, ребят, ну что ж, мы уже дошли с вами на второй уровень перешли, Тайный Путь. Так, тут вообще все, короче, по-другому. Ну, третий еще нет, мы не дошли. Ну, короче, мы дошли до Отшельника. Тут, в общем, все вообще такое вот крутое. Отшельника мы еще даже не можем вообще ни одного телохранителя победить, потому что уровень невозможно. Я предлагаю пройти в магазин и, собственно, улучшить свои боевые искусства и навыки. Так, давайте заберем для начала наши награды, которые мы получили за первый уровень. Синяя печать у нас есть. У нас есть, походу, шанс яростный. 20% шанс получить 10% урона после успешного удара. Этот эффект пропадает при получении урона или по прошествии 80 секунд. Понятно. Ну все, будем знать. Так, отлично, все. Этот мы выучили. Давайте перейдем в снаряжение. Теперь мы можем купить в магазине. Сейчас посмотрим, что мы можем купить. Ого, ребята, новый шлем. Посмотрите, какой он крутой. Шлем викинга. Этот еще закрыт. Шлем викинга. Все, я покупаю шлем викинга. Да. Улучшаю его. Так, все, шлем мы улучшили. Следующее у нас идет защита. Так, защиту тоже покупаем. Боевой доспех. Бронзовый доспех покупаем. Отличненько. Это мы купили. Так, клинки. Так, ну что ж. Здесь какие-то новые появились лезвия полумесяца. Давайте их возьмем. И попробуем. Так, ну, вроде бы все. Камни. Что за камни? Еще мы не пробовали. А, нет, это бонус. Это купить за $50 нам предлагают бонус. Но, извините. $50 это очень много тратить на... Так, ты можешь получить кристаллы. Нет, спасибо. Я знаю всю эту штучку. Мы хотим. Так, отшельник безумно, понятно. Так, дуэль. Так, нет, дуэль. Так, турнир. Так, ну что ж, ребята, поехали. Стадия первая, турнир. Поехали. Так, ну что, готовы? Тень против пророка. Поехали. Давай, пошел. А ну иди сюда. Пророк, пророк, я тебя уничтожу. Вот так вот, на тебе. Ребят, вы видели, как я ему заряжу? Ох ты ж такой, а. Угу. А чё это я не могу никак? Вот так вот, на. На, вот так вот получай. Вот так вот. Воу-воу-воу, паря, паря, да, опа. Ох ты ж такой, а. Подожди, подожди, на, получай, получай, получай. Ребята, ай-яй-яй, да что ж ты делаешь такое-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой. На тебе вот так вот. Как-то я кулаками особо еще не сильно умею. Ну, победили мы, но как-то он еще слабо владеет этим. Или может я неправильную комбинацию нажимаю? Так, ну что, погнали. В бой. На тебе сразу поддача. Ах ты ж, а я резко встаю. Для меня это не проблема. На, вот так вот тебе в живот. Я быстро разворачиваюсь. Ах ты ж. Ну, это уже у меня на лопачке, на лопатке уложил, но ничего. Мы встаем, мы не боимся. На, вот так вот тебе получай. Хоба. Ах ты ж такой. Ого, ребята, какие мы в грудь его ударили. На, с ноги по лицу. Все, упал в грязь. Я сказал лежать. Поехали дальше. Так, едем дальше. Что у нас дальше? Едем дальше. Так. Погнали. Кто следующий? Тень против бархат. Так, ну что ж, бархат. Погнали. Сейчас надеру тебе задницу, грязная девчонка. Ах ты ж.
И что? И это что? И что? Дальше что? На, о. Вот что мой один удар дает тебе в грудь. Или вот такой, не ожидала? А нет, это ты меня, я думал, это я. Вот так вот. Да какой-то я невезучий в этом костюме. Или это просто я тебе... Надо лучше взять какие-то клинки, потому что... Потому что очень сложно драться с новым оружием. Ты еще... Я просто еще не понимаю, о чем здесь идет речь. Ребята, вообще, я не могу понять, как пользоваться этими своими клинками. Ну, не клинками, а лезвиями. Ну, ничего страшного. Мы с вами обязательно научимся. Так. Так, ну на тебе сразу. Вот так вот, на тебе, чтоб ты знала. Вот так вот. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот так. О, отлично. Вот так вот. Вот это супер удар мы сделали. Вот это супер удар мы применили. Вот это круто. Вау, 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 вау. Отличненько. You win. Мы выиграли. Так, продолжаем дальше, ребяточки. Продолжаем дальше. Новые ужасные боссы угрожают миру. Присоединяйся к рейдам, чтобы обродиться с ними. Хорошо, обязательно. Как только я разберусь со своими подчиненными бойцами, которых я хожу. Счастливчик, это какой-то новый. Таких приколов я еще не видел, парни. А ну-ка. Поехали, давай, 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 давай. Опа, пошел, 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 пошел. Ах ты ж такой, а. На тебе, на, на. Не понял, не понял. Вот так вот, вот так вот. Ай-яй-яй-яй. Ого, палками я получил. Хоба. Ого. Неплохо ты так мне врезал, счастливчик. Тяжелый уровень, да? Хорошо. Ого, ребята. Возможно, он мне еще и даст, надает по щам сегодня. Ребята, он меня просто замочил. Он просто комбо делает, короче. И он просто меня убил. Так, ну ничего, мы сейчас обязательно это догоним. Да что ж ты делаешь такое со мной-то, а? Дай мне наконец-то ударить тебя. Или что? Или все уже? Приехали. Мне надо менять оружие, потому что я, наверное, с этим оружием не смогу победить. Да, ребятушки. Наверное, мы в этом раунде проиграем. В этом бою. Бою, потому что он со своими палками конкретно нас греет. Или нет? Хо-хо-хо, грейт, ребята, мы победили. Ничего себе. А ну-ка давай, может мы и третий раунд выиграем. Сейчас посмотрим. Таких приколов я еще не видел, парни. Ой-ой-ой-ой, да что ж ты будешь делать, а? А ну-ка, на тебе, на-на-на-на. Ва-ва-ва-ва-ва, куда ты, куда? Вот так вот, на тебе. Ребята, один удар ногой и все. И мы победили. Отлично. Так, you win. Мы победили. Мы выиграли. И мы двигаемся дальше. Так, что у нас тут? Пока еще ничего нету в магазинах. Пока еще ничего нету абсолютно. Так, давайте, наверное, поменяем. Я не хочу эти штучки. Я хочу какие-то другие. Давайте зайдем в магазин и купим другие. Так. Старая кожаная куртка. Зачаровать. Это как? Это что такое? То давайте зачаруем. А, мы из старой кожаной куртки можем делать боевое. Доспех. Чтобы наложить чары. Давайте на самый блатной. Вот этот. Все, мой доспех зачарован, ребята. Я, короче, сделал вот такую крутую штуку. Так. Ладно, я хотел поменять оружие.
Оружие находится у нас по этому адресу. О, вон какие палки крутые. Похожие на полицейские дубинки, ребят. Так, и, наверное, цепь, это цепь у нас. А я хочу ножи. Взять ножи. Вот хочется мне взять ножи. Или мачете. Давайте лучше мачете. Все. И пойдем кому-то надерем задницу. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну что, ребята, бой. Пощёль, пощёль, пощёль. Так, я против задиры, а у него, ребята, такие штуки, как и у нас были в прошлый раз. Но мы с мачете, я думаю, дадим ему пощёлк. Ух ты, порублю, порублю, не подходи, порублю, разрублю на 100 мелких частей. А ну, пошел отсюда, быстро. На. На. Получил. Задира. Ах ты ж задира. Ах ты ж не дал мне сделать супер удар. На тебе. На. Все. Умри. Да, ребята, отлично. Мы победили его. Так, задира. Пошел, пошел. Давай-ка. Давай. Оба. Я не понял, в чем дело-то, а? В чем дело? Ребенок. На тебе. А ты еще не дорос, чтобы со мной сражаться. Ребят, кто проходил этот уровень, пишем в комментариях, потому что мне очень будет интересно послушать, как вы боролись с этим задирой. Ах ты ж такой, а. Вот это да, ребята, он меня так сильно ударил тоже, что у меня тоже мало очень жизни. Ого. На, получай. Получай, разрежу. На еще. Ого, свертухи. Свертуха на меня, да? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Забил меня задира. Ребята, вы представляете, он просто меня уложил. Да как так-то, а? Сейчас мы задире покажем, как надо драться. Вот, на, получай, получай, получай. Хоба. На, получай, получай, получай. Ой-ой-ой-ой, ты меня ударил в кисть, а я тебя вот так вот по спине рубану, чтобы ты уже на Верочку, чтобы ты уже никогда, ха-ха-ха, не встал. Сейчас мы тебя просто уничтожим. Просто-напросто уничтожим. Отлично. Ребята, мы победили. Просто супер. Просто круто. Просто класс. You win. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск эпизода на канале Вечное Детство подошел к концу. С вами был Юра, так что присоединяйтесь, присоединяйтесь, и в следующем эпизоде мы с вами будем проходить все остальное здесь. До встречи, дорогие друзья!